Впервые отмечает День российского флага и Запорожская область. Жители Бердянска новый праздник встретили с большой радостью. Напомним, что там триколор был поднят над зданием горсовета еще в апреле этого года. Под ним теперь началась новая жизнь этого приморского города. Вечером 22 августа на Приморской площади запланирован целый ряд мероприятий. Различные тематические флешмобы, митинги, большой концерт с участием известных актеров, театра, кино и звезд эстрады. Также горожане впервые развернут на площади многометровый триколор. Эта акция стала уже традиционной для российских городов. Теперь к ним присоединилось и Запорожье. Напомним, что Бердянск – подшефный город Тверской области. Власти Верхневолжья помогают в переходный период начать новой администрации работу практически во всех сферах жизни.